Доброго утра! Сегодня я расскажу, как с помощью сосны можно помочь своему организму улучшить сердечную деятельность, избавиться от кашля, а также почистить кровь. Сосну можно собирать в наших лесопарковых зонах. Она уходит в зиму как раз вот в самой-самой силе, где-то с ноября максимум вот таких лечебных свойств уже в ней накоплен. И всю зиму до мая, пока не начнут почечки расти, она обладает целебными свойствами. Что же собирают у сосны? Посмотрите, собирают именно иголочки. То есть вот берут иголочки и вот так вот убирают. Заливаем кипяточком. Вот, лучше заваривать в термосе, либо же можно вот в таком чайничке, а потом тщательно укутать. Свойства полностью отдаются водице где-то через час настаивания. Сосну можно пить всем, даже деткам с года. Единственное противопоказание – гломерулонефрит. Если, например, у человека слабая работа сердца, ишемия, стенокардия, то можно эти чаечки принимать каждый день по стакану. Ну, где-то 2 столовые ложки вот так вот же измельчить, заварить и попивать в течение дня глоточками, либо за 2-3 раза. Сосна дезодорирует воздух в природе. И вот таким же образом она очищает, дезодорирует нашу кровь, нейтрализуя вредные микроорганизмы. Если вы не уверены по каким-то причинам, что вот то, что вы соберете где-то вот рядом с городом, пойдет вам на благо, либо сомневаетесь в лечебных свойствах, можете проконсультироваться с врачом. Также, если у вас нет возможности собрать это, вы можете купить в специализированных магазинах. Например, есть там почки сосны, они обладают точно такими же свойствами. Бывают, продаются иголочки сосны, хвоя пихты тоже может вам при таких же показаниях прийти на помощь. Я желаю вам всего доброго и хорошего настроения на весь день.